Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня мы с вами готовим самую вкусную рождественскую выпечку. Мы сегодня готовим творожный штолен. Готовится штолен очень быстро. Продукты самые доступные. Посмотрите, как готовится этот рецепт. Я уверена, что вы захотите приготовить этот штолен, потому что готовится он очень просто, а чаепитие вечером у вас будет отменное. Продукты, которые нам потребуются, оставляю на экране и в описании под видео. Зайдите, посмотрите и обязательно приготовьте этот рецепт. Готовится наш штолен очень просто. У меня творог. Творог лучше брать пастообразно. Если у вас творог зерненый, то лучше всего пробить его блендером. Но опять же, тогда творог станет более жидкий и возьмет в себя тесто больше муки. Лучше всего купить творог сразу пастообразный. В творог мы отправляем очень мягкое сливочное масло. Творог с маслом перетираем до пастообразного состояния, до более однородного состояния. И одно яйцо. Все хорошо перемешиваем. Полученную массу отправляем лимонный сок. И отправляем муку с разрыхлителем. Чуть-чуть муки я оставлю. Возможно, мне понадобится чуть меньше муки. И лопаткой вымешиваем тесто. Собираем его в такой однородный шар. Как только тесто более-менее собралось, переходим на рабочую поверхность. Я вот еще немного насыплю муки. И будем вымешивать тесто. Даже вернее сказать, не вымешивать, а замешивать. Долго месить это тесто не нужно, потому что оно станет очень жидкое. Все-таки я досыпаю оставшуюся муку. У меня пошло ровно 300 грамм муки. Еще раз все хорошенечко вымешиваю. Тесто должно быть мягким, но может слегка липнуть к рукам. Обычно творожное тесто себя так и ведет. Тесто, конечно, творожное, все-таки остается слегка липковатым. А у нас здесь еще и сливочное масло. Ну вот, достаточно хорошее получилось у меня тесто. Смотрите, ну такое вот мягкое, видите, но слегка липнет к рукам. И сейчас в это тесто нужно вмесить наши сухофрукты. Сухофруктов должно быть от 200 до 300 граммов. У меня только изюм. Вы можете взять цукаты, орехи, курагу, чернослив. То есть то, что вы любите. Я люблю только с изюмом, поэтому я добавлю только изюм. Предварительно я залила соком мандарин, промыла, залила соком мандарина. И немножко у меня было вино. Но можно залить и коньяком, и ромом. А можно залить только соком. Тут уже на ваше усмотрение. Как только вмешали все сухофрукты, приступаем к формированию самого штолена. Я буду делать два небольших. Значит, присыпали стол мукой совсем немножко, чтобы просто удобнее нам было месить. Видите, у меня тут сплошной изюм, но мне очень нравится, когда много изюма. Если вам изюма уже покажется слишком много, значит, добавьте не 300 граммов, а 200. Тоже будет достаточно. Значит, делим наше тесто на две части, приблизительно одинаковые. И из каждой части раскатываем круг. Не надо нам даже скалка, вот просто руками. Посередине ребром ладони делаем такое углубление и складываем. Все, подровняли. И один штолен у нас с вами готов. Вообще ничего сложного, согласитесь. То же самое делаем со вторым. Сделали углубление, сложили пополам. Подровняли ладошками. И второй готов.
Итак, вот в таком виде отправляем в духовку. Я выпекаю на тефлоновом коврике, вы можете воспользоваться бумагой для выпечки. Значит, выпекать мы будем с вами до сухой деревянной палочки. Температура 160-170 градусов. Понадобится от часа до часа 20. Все зависит от того, как интенсивно печет ваша духовка. Что же, друзья, испеклись мои штулины, я их достала из духовки. И сейчас нужно их обмазать растопленным сливочным маслом. И смазанные сливочным маслом штулины мы с вами посыпаем сахарной пудрой. Что же, как обычно, я дождаться полного остывания не могу. Я его сейчас разрежу, он еще горячий, конечно. Ну что же, вот такой получается он в разрезе. У меня еще горячий. Когда он остынет, он будет более пористый. Но поверьте мне, он очень вкусный. Пробуйте готовить этот рецепт. Рецепт совершенно несложный. Готовится очень быстро. И принесет вам массу удовольствия при вечернем чаепитии. На этой вкусной ноте я с вами прощаюсь. Я поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам всего самого-самого наилучшего. Прежде всего, конечно, здоровья. Ну и, конечно же, по традиции, чтобы все рецепты вам всегда были по карману. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, кто еще не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.